Я приветствую вас, церковь. Христос воскрес. Сідайте. Слава Богу. Можна завжди говорити. У мене друг є, бо він завжди приветствував, коли де б не заходив, Христос воскрес. Знаєте, я сьогодні хочу говорити, якщо щось українське проскочить, ви не обіжайтесь. Я з України. Ну, ви многі знаєте, хто не знає, представлюсь, я брат Володі, приїхав в гості. У вас погостюю сьогодні і все, і вже уїжджаю на Україну в ближайше время, возвращаюсь туди. Ви знаєте, коли я зайшов, в многих церквах вот эта надпись є, да? Ми проповідуємо Христа, ну, тут не все. Ну, потому що, знаєте, що не все? Нам би стінок не хватило в этом домі понаписати, хто такой є Ісус Христос. Поэтому взято начало і кінець. Когда-то Иисус Христос, да, был распят и воскрес, когда-то. И когда-то Он придет. Это взято альфа и омега, начало и конец Евангелия. Что Иисус пришел, стал жертвой, умер и воскрес, и когда-то Он явится, омега придет. Но мы живем в реальной жизни, да, и я хотел бы, знаете, вот там проповедовать то, что не написано между второй и третьей строчкой у вас. И я никого не обвиняю, я же говорю, что не хватит нам. Вот эта вся жизнь, реальный Иисус Христос, который сейчас является, которого мы должны сегодня представлять, и мы являемся, мы представляем Иисуса Христа. И люди, смотрящие на нас, они хотят видеть. Мы людям проповедуем живого, действенного Иисуса Христа, который должен жить в наших сердцах, который должен сегодня исцеляющий, спасающий, освобождающий и так далее, ходатайствующий за наши грехи, очищающий нас, научающий, наставляющий через Духа Святого. И здесь много очень можно писать, кто является Иисус Христос сегодня для меня. Реальный Иисус Христос. Какие отношения у меня с Ним? Кто Он? Или я просто сижу и жду, когда-то Он явится. Когда-то Он умер, воскрес, но когда-то явится. Страшновато, потому что грехи мои, беззакония за мною числятся, да, и страшновато как-то, что явится Иисус Христос. Если человек ненормально имеет отношения с сегодняшним Иисусом. И знаете, мы живем во времена, вот это как раз есть времена благодати. И как Слово Божие говорит нам, да, Титу, он пишет так, апостол написал, «Ибо явилась благодать Божья», 2 глава, если можно высветить, 11 стих, «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков». Сегодня Иисус Христос, я хочу говорить о некоторых качествах, как спасающий. Иисус Христос сегодня, Он еще и спасающий, исцеляющий, освобождающий и так дальше. И благодать явилась через Иисуса Христа, мы знаем. Явилась спасительная для всех человека, научающая нас. Он еще научает нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. И вот, когда явился Иисус Христос, мы и пришел на эту землю, когда исполнилась вот эта полнота времени, да, написано, Бог послал Иисуса Христа, потому что все, что было до Иисуса Христа, оно указывало, начиная от, знаете, от какой, с какого момента? С момента того, когда Адам согрешил, и Бог сделал, знаете, какие одежды? С чего было сделаны одежды? Кожаные. Вы думаете, Богу фасон не нравился с этих смоковничных листьев? Что фасончик что-то там не подходил? Или как-то выглядело? У Бога есть принцип. Когда согрешил ты, Адам, то чтобы ты жил, надо, чтобы кто-то умер. И это уже говорило о Иисусе Христе, о Его жертве. От этой спасительной, избавляющей от греха и от власти смерти. Власть смерти пришла, и она имела уже право забрать Адама.
Но некто, Бог сказал, Бог решил эту проблему и сказал, нет, умрет животное временно, которое укажет на Иисуса Христа, который придет и понесет, возьмет все свои наши грехи человечества, все. Иисус стал полнотой, да? И Писание Колоссянам говорится так, что и Он есть глава тела церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота. И вот когда пришел Иисус Христос, в Нем обитала всякая полнота. В Иисус возьмем 100% полнота. И в Иисусе есть все. Все. 100%. Но знаете, в чем проблема сегодня христиан? Они ищут еще, чтобы добавить до Христа. А для того, чтобы добавить, сначала надо отнять у Иисуса. Чтобы было куда добавить. Сначала надо сделать святотатство. И вот многие люди, они сначала обкрадывают Иисуса, потом на то пустое место что-то впихают свое. И это всегда, это тактика дьявола привести христиан, потому что это самые такие безобидные грехи, которые христиане страдают, и потом думают, почему благодать Божья не работает, потому что полнота в Иисусе, Иисус уже обворованный. Мы его обворовываем, но в Иисусе полнота. В Иисусе все жертвы, которые были в Ветхом Завете, все совершились. Жертва за грех. Мы, когда они заколали пасхального агнца, мы, я думаю, вспоминали недавно, заколали евреи пасхального агнца. У нас есть в Иисусе пасхальный агнец? У нас Пасха есть в Иисусе? В конце-то концов. Что-то я не вижу одобрительных ответов. В Иисусе, Пасха наша, Христос заклан за нас. Обрезание у нас есть. У нас сегодня уже есть люди, которые предлагают обрезание делать. Уже появились. Обрезание у нас есть в Иисусе? Написано, мы обрезаны нерукотворным. В Иисусе, оказывается, есть. Ну, нам предлагают. В Иисусе Шаббат. Есть суббота, шаббат. Есть в Иисусе? Потому что Иисус не только Господин, Он сказал, что придите ко Мне. Если в израильском оригинале читать, то придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я дам вам шаббат. То есть в оригинале шаббат. Я дам вам покой, я дам вам... В Иисусе можно найти успокоение. Но если завтра мне предложат куда-то к Моисею сбегать и там что-то почерпать, извините. В Иисусе. Поэтому для того, чтобы впихнуть что-то другое, надо сначала отнять в Иисуса. Либо не найти там. Сказал, я искал в Иисусе. Нет покоя. Нет обрезания. Я что-то не пойму, где я. Значит, ты не нашел Иисуса. Отношений серьезных с Иисусом некоторых христиан сегодня нету. И потому что цель Бога, да? Дальше я просто пропускаю и читаю дальше уже написано. Прочитаю чуть больше. Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть церковь, который сделался я служителем по домостроительству Божьему, верному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божье, тайну, сокрытую от веков. Вы знаете, в этих жертвах, в этих всем Ветхом Завете, в этих заповедях про субботу, в этих заповедях что-то там употреблять, что-то не употреблять, там что-то делать, какие-то обряды, там вся была тайна Иисуса Христа. И если мы сегодня не нашли Иисуса Христа, нам эта тайна не открыта. Значит, мы будем Иисуса обкрадать. Но вот эта вся полнота ветхозаветная, начиная от Адама, вся жизнь, все, что Бог делал, все указывает на Иисуса Христа.
которой сегодня есть полнота. И написано так: тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его. Когда мы приходим к Иисусу, нам начинается открывать. Тогда только можно понять Ветхий Завет, можно понять, поняв Иисуса Христа, приняв Иисуса Христа, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, то есть для нас, которая есть в вас, Христос в вас, то есть вот эта тайна, Христос в вас, упование славы. И если Христос уже во мне, стопроцентный, полнота Божья, наполнившая меня, а сегодня каждый имеет право это. Мы имеем Иисуса. Бог эту благодать изливает сегодня. Пожалуйста, бери, пользуйся. Пользуйся благодатью Божией. Вся полнота в Иисусе есть. Но люди начинают искать. И вы знаете, есть, я просто такое, запомните фразу. Спасение не в чем-то. Сегодня, знаете, религия любая, она предлагает обязательно что-то. Вместо кого-то. Потому что спасает нас кто-то, а не что-то. Нас ничто не спасает. Нас кто-то спасает. И эта личность есть Иисус Христос. И Его жертва, то есть есть сам Иисус Христос, который должен вселиться в нас. Да, написано, верою Христу вселиться в вас. Чтобы мы укорененные, утвержденные в Нем жили. И если Христос в вас, тогда нечего бояться. Иисус, Он еще есть, знаете, как ходатай. И сегодня Иисус нас представляет Богу, не как грешников. Вообще-то в Царстве Божьем там не будут святошеньки, которые что-то тут добились своими усилиями. В Царстве Божьем будут дети Божьи, оправданы жертвой Иисуса Христа. И они все там будут, мы с вами. Мы оправданы Иисусом Христом. Адам не мог решить даже своей маленькой проблемы греха. Бог решил за Адама. Умертвив животное, снял с него кожу и дал одежды. И всякий раз, когда Бог смотрел на Адама, он видел жертву, он видел смерть, а это указывало на жертву Иисуса Христа. И с тех пор мы все имеем, и все указывает на Иисуса Христа. И Иисус Христос, Он есть полнота, и вот Он должен жить в нас. Он, и когда Он живет в нас, то знаете, чтобы мы, когда мы, я думаю, вы внимательно вот возьмете и сегодня прочитаете еще, я не буду читать, 15 глава Луки, там есть притча, знаете, какая знаменитая притча. Ее все называют притча о блудном сыне. Я вам скажу новость, такой притчи нету. Это опять неполнота. Нету притчи про блудного сына. Возьмете 15 главу Луки и почитайте дома. Зададите вопрос, к кому это была обращена притча? Это раз. Что побудило Иисуса говорить эту притчу? Его как раз побудили фарисеи. И я бы сказал, я бы даже больше назвал притчу о старшем сыне. Потому что Он главный персонаж. Основную мысль Иисус хотел показать состояние вот этого старшего сына. Это было только предисловие о блудном сыне. Но главная мысль – это то, что люди, которые знают Бога, и это очень актуально, я в свое время очень задумался над этим, когда Бог мне показал вот это. Я всегда читал притчу о блудном сыне. Аллилуйя. Слава Богу, вернулся. Но когда Бог показал, что обрати внимание. И знаете, что получилось? Что старший сын оказался в худшем положении. Потому что он отверг благодать Божию. Отверг то, что предлагал отец. Он не знал, он живя, вроде бы не нарушая никаких правил. Он жил и...
написано, он начал укорять отца, что я вот столько работы, а ты мне даже не дал с друзьями повеселиться. Но знаете, в чем ответ был отца? Говорит, сынок, все мое твое. Почему ты не брал и не пользовался? Вот мы сегодня, мы находимся в благодати. Мы имеем Дух Святой, мы сегодня пели, да, Дух Святой, благодать, яку дал Бог нам. Но как мало мы пользуемся для того, чтобы силой возлюбивши нас побеждать, делать, творить дела, жить, ходить в Нем, жить, как Он, мыслить, как Иисус Христос. Потому что мы находимся все равно на каком-то расстоянии. И вот отношения между отцом и старшим сыном вроде бы были с виду хорошие. Но они так далеко находились друг от друга, что, кажется, вот тот блудный сын, он физически был на расстоянии. Но здесь какая-то была духовная пропасть между отцом и старшим сыном. Что они никак. И он начал укорять. Он говорит, все мое твое, почему ты не брал? Почему? Почему сегодня Дух Святой излитый на землю? Почему многие христиане ходят, не знаю, со своими проблемами, со своими грехами, со своими какими-то болями, страданиями? Сегодня Иисус решил все вопросы. Почему мы сидим, ходим, где-то там годами носим какие-то обиды? И люди страдают, мучаются. Мы в последнее время, знаете, у нас есть практики церкви по субботах молитва за исцеление. Приходят люди вплоть до вчерашнего алкаша, який еще даже на подпитку приходит. Но помолиться, потому что что-то болит. И знаете, мы видим, что люди, вот такие люди приходят и берут благодать Божию. Многие же христиане, они хотят заработать. Они еще работают, они думают, что что-то даст им. Какие-то дивиденды у Бога заработают. Нет. Бог говорит, все мое, твое. Ты имеешь благодать Божию, ты имеешь сегодня Дух Святой, работай. Дай ему возможность Иисусу изменить, решить все твои вопросы. И знаете, приходят многие христиане, которые раком болеют. Рак, знаете, серьезная болезнь. Кэнсер, да? Знаете, такая? Бог исцеляет, конечно, и от таких болезней, но Бог дал... Почему? Мы начали задавать Богу вопрос. Бог, Боже, почему христиане этим болеют? И Бог сказал, люди много лет носят в себе всякие проблемы. Кто-то недовольство какое-то носит, кто-то ропот, кто-то обиду какую-то носит. И через эти вещи с годами приходят вот такие болезни, как рак. Есть корень у них. Потому что благодать Божия, которая излилась, человек, может, годами ходил в церковь, сидел в церкви, слушал вроде бы Слово Божие, но как старший сын ничего не взял. Благодать течет, благодать сегодня изливается на каждое. Иисус сегодня живой, Он не, опять не умер, Он живой сегодня и действенный, исцеляющий, спасающий, как вчера и сегодня, и завтра тоже будет Он делать тоже. Поэтому сегодня Бог говорит, что воспользуйся вот этой благодатью. Пользуйся им. Но мы часто боимся, знаете. У нас не хватает детской простоты, да? Когда ты старший уже и согрешишь против отца, и как-то домой не хотелось идти. Но когда тебе 2 годика, ты не осознаешь, что ты наделал и разбил там что-то, да, или 3 годика, ты все равно кричишь, дай мне кушать. И холодильник открываешь без всяких проблем. То есть, невзирая на то, в каком мы состоянии, как раз благодать и Дух Святой и данный нам не для того, чтобы проконтролировать нашу самосвятость, а для того, чтобы мы пришли вот такие, как есть. И Бог исцелил наши души сначала, сердца наши, забрал нашу боль какую-то, наши переживания забрал на себя, чтобы мы отдали Иисусу. Для этого и существует благодать, научающая, исцеляющая и освобождающая нас от всяких проблем. И иногда, знаете, мы даже не молимся за исцеление. Человеку решили проблему,
Поговорили, его душенька исцелилась, он освободился, смотришь, уже и выздоровел. Что ж такое? Корень убрали. А корень было отношение там мужа с жены. 25 лет в браке, 25 лет там непонятно что. Когда только пришло, исцелились отношения, Бога пустили туда, Бог исцелил отношения. Выздоровела жена. Все, уже здоровенько бегает, все нормально. И муж веселей какой-то стал. Вот так в жизни. И Иисус для этого данный нам. И благодать Божья для этого и существует. Поэтому в Иисусе есть вся полнота. В Иисусе есть все. Как только мы приходим к Нему, мы получаем все. Да, есть эта притча такая, получивший сына получает все. Вот мы тоже, мы должны понять, когда-то верующие должны поверить в конце-то концов вот эту истину. Что нас спасает кто-то, и этот кто-то есть полнота. А то, что уже посторонние вещи, то они станут на свои места. Нам нужно взять главное. А главное – это Иисус и Его благодать. Пусть Бог благословит вас. Сегодня, пожалуйста, пользуйтесь благодатью. Не будьте как старший сын. Работа, работа, а потом бач, видишь ты, Боже, ты такой жадный, ты то не дал, у меня были проблемы. А он говорит, так почему ты не брал? Сегодня берите и пользуйтесь. Бог дал нам всякое право. Бог дал нам власть, Бог дал нам силу. Все у нас есть, эта проблема вот здесь. Пока мы обновим мышление, и пока мы не возьмем дерзновение, и вот эту благодать будем брать. Пусть Бог благословит вас так, чтобы больше смелости, не бойтесь и не смотрите на свои грехи, на свои немощи, а смотрите больше на того, кто их взял, забрал, уничтожил. Потому что Бог смотрит через Иисуса Христа, через Его жертву за нас. И мы иногда себя видим грешником 20 лет, а я, ой, я, да я не могу, да у меня не получается, и тогда это. А Бог смотрит. Мы видим в себе, может, грешника, но Бог смотрит через Иисуса, видит нас святых и праведных, благословенных людей, своих детей видит. Мы в своих детях отцы, мы же видим перспективу, а не. Ну и что, что замурзался шоколадом, правильно? Сейчас умыем. Сколько того дела? Сейчас умыем и будет гарненько. А как говорил мне мой друг, так своего же сопливого расцелуешь, да? Ты же не видишь в нем какого-то грязнулю. Бог нас не видит грязнулю. Он видит детей, в которых он влюблен, в которых он радуется. И он радуется с нами, нашими хоть маленькими успехами. Пусть Бог благословит вас всех во имя Иисуса Христа. Аминь.